на отца, да? Угу. А, да, мужичок такой, да. А давайте еще одну фотографию посмотрим. Вот на этого мужчину похож ваш сын? Да. Не плачь, пожалуйста. Не хватало еще, чтобы тебе тут плохо стало. Догадались? Давайте посмотрим сюжет. Я Цезарь Асан, сын Али. Старший сосед узнал, что ищут отца. Сообщение мне передал. Ради бизнеса можно пойти на что угодно. Можно часами завлекать клиента в костюме хот-дога. Или сделать рассылку в Unisender. Unisender – простой сервис имейл-рассылок. Друзья, приглашаю вас на мой бесплатный мастер-класс, на котором мы приготовим муссовый торт «Ежевика Брауни». Торт состоит из бисквита брауни, ганаша ежевика и мусса ежевика. А также мы приготовим зеркальную глазурь. Регистрируйтесь по ссылке, вы узнаете все секреты приготовления. Вам не понадобится никаких сложных ингредиентов и оборудования, и даже любая домохозяйка сможет повторить этот нежный десерт. Был в шоке. Даже абсолютно не знал, что есть сестра. Я дочь Али Халиловича Цайсаева Лариса Алиевна. У меня земля из-под ног уходит прямо. Не гадала вообще, не думала. Я Цайсаев Артур Алиевич. Я самый младший сын. Ну, как узнали, я растерялся. Я не знал даже, что делать даже. Думаю, что он сам не знал, если нет. Отец как-то, он на шабашку отъезжал, приезжал, кормил, денег присылал. Он всегда был строителем. Любое, что он брался, все делал прямо на ура. Мать с ним вот вместе ездила. Они в Томске, там они познакомились.